Это топ-комментарий. Если ты хочешь попасть туда же, то просто напиши под этим роликом комментарий. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Клубень, и сегодня мы будем играть в игру под названием Farm Together. Да, вместе мне не с кем поиграть, поэтому я буду играть один. Я тут уже немножко подготовился, совсем чуть-чуть сделал. Нужно выполнить хотя бы одну вещь. Хотя бы. Все, рафт скончился. Нужно все засажать. Круто, когда морковка в новом уровне. Нифига себе, картоха будет расти. А можно, не надо мне, пожалуйста, картохи? Да, мне не нужна картоха. Простите, но она будет долго расти. А я не хочу так. Я хочу что-то другое посадить. Допустим, арахис. Он как раз нужен. А вообще лучше сейчас это ходить. Капуста, салат полил я. Теперь нужен арахис. Он не по сезону. Давай сезон следующий. Яблоки еще созреют. О, можно рыбачить. Немного, но есть. 3, 2, 1. Все, новый сезон. Лето. Полить цветы. Угу. Собираем яблоки и переносим их, потому что им здесь делать нечего. Вот еще яблоко. Новый уровень яблока у меня еще нету. Салат опять хочет, чтобы его полили, но камон, минуту будешь расти, поэтому я пока что только арахис посажу. А вот арахис нужно бы полить, поэтому сейчас я буду все поливать. А, 16 секунд, и капуста будет расти быстро. То есть вырастет. Это хорошо. Давай же ускорить. Вообще нет смысла. Собрать. Все.
Что за обман года? Только одна созрела. Какая там хорошая ферма с тростником. А, нужен третий уровень. Нужно бы пока дорогу сделать, пока все созревает. Допустим. Это асфальтированная дорога. Это не почему-то. Почему это асфальтированная дорога? Это же на лужу какую-нибудь похоже. Да, асфальтированная дорога. О, у меня новый уровень. Зашибись. И здесь будет святое. Вот это. Как без него-то? Давай, поворачивайся как нужно. О! Все, типа ты долго-долго идешь. И потом увидишь святое. Собираем салат. О, у салата тоже новый уровень. Давайте продадим. Продано. А, неужели не хватит? Хватило, слава богу. О, новый уровень острова, вода не еда. Круто. Так, теперь арахис. Его нужно ждать. Не люблю ждать. Кабачки. Виноград никому тут не мешает, так как кабачки, поэтому я их полью. И все. Они будут расти очень-очень долго, но тут же все растет даже тогда, когда ты отошел от игры. Курицы! Да ладно, они тут есть. Их нужно срочно переносить. Потому что далеко до них ходить как-то такое развлечение, знаете ли. Что вы там клюете? Я вам ничего не насыпал. Так, их нужно было огородить, потому что будут есть мои припасы. А это я не хочу. Где заборчик? Вот он. Ой. Ладно, пускай так будет. Ого, я через заборчик прыгать очень хорошо умею. Быстро заходи обратно, молодец. Вам тут же еще соседи придут, поэтому нужно для них сделать. А это убрать. Допустим, сюда. Может, что-то изменится, может и нет. И вот это тоже нужно убрать. Это я удалю. Все, побежали к тебе, курица. Ты тут одна. А, не, с подругой. Но переходите тогда в другое место. Здесь вам делать нечего. Все, корм. Теперь валим. Паркур мастер. Пам-пам. Пам-пам. О, арахис надо полить.
Ага, все, готово. Теперь нужно прокладывать дорогу или строить тут что-то еще. Потому что, ну что это? Нужно же еще что-то. Допустим, здесь у нас будет. Не знаю, что тут будет. Ателье. Да ну. Дощечка, на ней можно что-то написать, да? Если да, то это святое. Так. О, можно! Оу. Ну, типа, от гороха же ты пердить начинаешь. Поэтому где тут горох? Где горох? Вот он. Все. Если ты будешь пердеть от гороха, сразу... Если ты будешь пердеть от гороха, сразу иди в туалет. И тебе станет хорошо. О, рыбачить. Оп. Новый уровень. Давайте дальше. Собирать. О, у курицы яйцо. О, они дорогие. Курица — это хорошо. Причем я их бесплатно получил. Вау, паркурчик. Только мне не нужно паркур. Не, я забор хочу удалить. Непонятно? Да. Другой. Вот этот. А этот перенести. Посмотрите на эти. Посмотрите на этих куриц. Они такие страшные. Ох, боги всех. Страшные курицы. Так, ну что тут с этим все плохо, да? Поэтому я сейчас буду сажать капусту. Так, давайте сажать капусту. Самое выгодное, что я нашел. О, рахис поливать нужно. И у курочек нужно что-то забрать. Яйца. Яйца. В колодец. Арахис. Угу. Продать, продать. А куда мне арахис продавать, потом интересно? Может, тоже на прилавке какие-нибудь отдельные? Давай посмотрим. Так, прилавки. Вот они. Это для фруктов. Я не знаю, где стенд с арахисами, зато тут есть для рыб. О, заправка. Прикольно. У куриц новый уровень. Ура! О, уже ночь.
туалет я никак сходить не могу. Ладно, давай тогда построим, допустим. А я ничего не могу построить. Только камень. Я каменщик 3 дня без зарплаты. Все. Это мой каменщик. Строил 3 дня без зарплаты. Зато что-то построил, уже радуется. Класс. Так, и лимоны уже на следующем сезоне вырастут. Так же, как и яблони. Чё у вас такого? О, салаты тоже новый уровень скоро. Рыбачить нельзя. Это еще не выросло. Давайте прополим, проболочим нужно вот это вот место. И посадим сюда. Думаю, морковку бы, но только на следующем сезоне. Так, теперь... О, уже нужно поливать. А что, интересная игра? Думаю, летсплей по ней буду записывать. Просто реально интересно. На следующую серию, может, друга позову. Вместе сыграем с ним. Яблони. Быстрее переносить. Пока не поздно. Яблони. Яблоня. Взять яблоню. Перетащите яблоню. Все, притаскали. Перетащил яблони. Теперь капусту поливать. Непонятно, это все-таки салат или капуста. Скоро арахис вырастет, ура! Ходим кругами, радуемся. Оп. Оп. Стоп. О, новый сезон, морковка. Сажать моркву. Посадил. О, арахис вырос. Ура, арахис вырос. Нужно собрать. Так, и салат вырос. Зашибись. Так, началась зима, я просто только что вышел из игры.
И, в общем, вот как-то так. Теперь арахис еще и поспел. Для вас все прошло быстро, ну, для меня тоже. У арахиса новый уровень. Это зашибись. Так. Собираем мы арахис. Пам-пам-пам-пам-пам-парам. И осталось два, и... Все, зашибись. Еще одна миссия есть. Курица и яблони. Окей, давайте будем выполнять. Яблони уже давно поспели. Поэтому я их сейчас буду собирать. О, яблони третий уровень, это зашибись. У куриц нет еды. Срочная доставка еды. Обращайтесь ко мне. Салат опять нужно. Но хотя бы уже не 40. Быстро продавать. Угу. Морковка, конечно, не нужна, но она денежку приносит хорошую. Так и планировалось. Все, спокойненько так достаем морковку. Все, морковку я достал. И давайте сажать то, что нужно. Когда в этой игре зима, более прикольно как-то почему-то. Угу, почти все. Оп, случайно. А, хотя что случайно, все правильно, так должно быть, в принципе. Теперь я буду сажать только салат, потому что по заданию только салат нужен. Все, теперь быстро все полить. Угу. Поливаем, тун-турун-турун, поливаем. Почему колодец работает зимой? Нелогично же. Отпечатки от снега не остаются. Жалко. Так. Яблоки очень полезная вещь. Мне их нужно собирать. Тем более. А давайте их купим. Так. Больше яблок нужно. Все в яблоках. Тупо из-за миссии. Блин, перенести. Все. Теперь жду. Поливаю баклажаны. Баклажаны скоро вырастут. Ура! О, виноград вырос! Сколько он стоит? А что так дешево? О, зато новый уровень нашей фермы. Я могу открыть что-то новое, допустим, этот участок? 25 алмазов. Выгодно. Я смогу купить, в принципе. Нужно только немножко подрастить это все. В смысле? А я не понял, как оно работает. Ладно. Просто буду поливать. Все, капуста пока что растет, курицы счастливы. Курица, давайте мне яйца. У меня миссия. Угу. Скоро все уже будет готово.
Вода. И здесь нужно еще капусту посадить бы. Хотя что здесь капусту? Давайте здесь посадим. Баклажаны дорогие, но будут расти целый день. А кабачки! Кабачки вещь крутая. Буду ее сажать. Кабачки, кабачки, дорогие, ценные кабачки. Хорошие кабачки. Дорогие кабачки. Так, теперь все поливаем. Они, кстати, растут быстрее всего. И стоят намного дороже при продаже. Походу, зимой бесполезно поливать. Или просто резкие похолодания. Потому что, видите, я вот, смотрите на таймер, поливаю, ничего не изменяется, поэтому поливать даже бесполезно. Так, подождите, у меня же были рыбы, рыбачить можно. Еще яблоки, ох. Ну вот зачем ты это сделал? Ты сейчас потратил $5 и вернул 45. Все готово здесь? Так. Нифига себе, оно тут дорогое. Очень дорого. Ну, конечно, потом все равно оно заново растет долго-долго-долго, но зато дорого. Так, сколько до миссии? Миссия. Тут нету миссии, походу. Курочки. Давайте мне яйца уже. Просто сидите бесполезно. Так. А здесь давайте поставим этих. Это какие рыбы? Так, это кто? Угоря. Игоря. Угоря сюда поставим. Вокруг. Ох, как это все дорого стоит. Ладно, просто все обставим. Я не смотрю на свои деньги. Я боюсь посмотреть, сколько их будет тогда, когда я все доделаю. В смысле? Ох, как все дорого. Ужас. Да, поливать бесполезно. Прям очень бесполезно. Зимой. Поэтому придется ждать. Трактор бы какой. А есть специальные? Те, которые только зимой растут. А, допустим, что зимой только растет? Виноград. Прикольный, но... дешевый, с одной стороны. Эти рыбы совсем другие, их я бы вообще удалил. Реально, они... Ой, это же плюс денежка. Как минимум на одного угоря хватит. Так, вот они, угори наши. На целых двоих. Они должны быть прибыльные, раз такое дело. Так, 1 час. Ох, капец. Как долго. Ладно, ждем. Через 2 минуты капуста уже поспеет. Так, колодец. Колодец всегда помогает. А через 4 минуты пройдет сезон. Ура, уже ночь. Значит, зима уже не такая суровая. Но до сих пор бесполезно поливать. Как с кабачками? Тоже через 10 минут будут готовы. Так. Я пока по угорям похожу.
Я стильный бизнесмен, но почему-то хожу по ним. А угори не могут ужалить? Вот дети сейчас рассмотрятся какие-нибудь и потом посмотрят это видео и начнут плавать вместе с угорями. Пожалуйста, не делайте так. Это данный герой сошел с ума. Чего? Вы видите, он проходит через забор. А эти прыжки это только махинации. А так-то прикольно прыгает. Давай быстрее, проходи этот сезон, но мне не нравится. Зима это плохо. Может, есть какие-то овощи, которые нормальные? Так, работу каменщика нужно перенести. Это очень дорогая вещь. Сюда. Все, работа каменщика перенесена. Ешьте. И почему вы мне яйца не принесли? Неужели вы зимой не несетесь? Ох, зима это очень плохо, походу, для моего бюджета. У меня и так денег-то и нету. Так, давай быстрее, быстрее, быстрее. Все, чуть-чуть денег уже есть. Уже скоро зима кончится и будет все зашибись. А то так зимой миссию выполнять, ну как-то не очень удовольствие. Ладно, нужно пока еще посадить что-нибудь. То, что, допустим, виноградик, столбик. Пока зима еще действует. А фига с два, не будет виноградика, денег нет. Все на угорев пошло. Так, нужно срочно яблоки перенести. Яблони. Так. Допустим, сюда. Вот, капуста созревает, ох, как хорошо-то. Все, собираю капусту и все, будет зашибись. Курица до сих пор не несется, естественно. Непонятно почему, конечно. Может, и холодно? Логично. Все, теперь я могу открыть следующую территорию, но не понимаю смысл в этом. Ох, как хорошо, когда все это собрал. Все. И зима скоро пройдет. Это значит то, что нужно еще куриц купить. Зашибись. Четко. Нужно заборчик продать. Или просто переместить. Да блин, ты что творишь? У тебя и так денег нет. Ты что творишь? У тебя реально сейчас денег не будет. Кью заборчик, такой вот заборчик. Все. Ешьте, хотя я зря вам еду походу давал. И есть, наконец-то. Все, теперь остались только вы, курицы. Вашу попу. Радуга. Красиво. Куриц нужно размножать. А они дорогие. У яблони новый уровень. Это значит, что она будет стоить дороже, надеюсь. А что я так продаю? Все, яблоко. Яблоки все в никуда. Вот оно. Стенд с этим. Все. Продаем яблоки. Добываем их еще. О, у меня новый уровень. Прикольно. Угу. Вот как хорошо все. Развиваемся потихоньку. Яблоки. Так, есть еще то, что я не собрал? Слава богу, что нет, нету.
Подожди, дождь. Поливать же не надо вроде. Ну-ка, проверка. О, реально поливать не надо. Быстрее все сажаем. Автополив. Быстрее автополив. Это очень хорошая вещь. Так, а теперь быстрее берем капусту. Неужели та была салат, а это уже реальная капуста? Пипец, салат. Нужен столько салат. Салат и дешевый, и выгодный, и хороший. И все, сейчас автополив. Все, денег нет. Собираем. Продаем. Радуемся. Можно еще салата посадить. Они только начинают просить воды, и их уже наполняет вода. Это ж хорошо. А вот, вот автополив хороший какой. Не то, что всякие ваши механизмы. Вот. Народный автополив. О, кабачки скоро вырастут. Зашибись. Вот это радость. Так, а вы что не несете яйца? Яйца мои где? Где мои яйца? Давайте быстрее яйца, а то кушать не на что вам будет. Дайте яйца, у меня на вас миссия. Еще яблоко. Угу. Кабачки, кабачок, кабачок. Быстрее, кабачок. 5, 4, 3. Располиваю тебе сейчас. Есть. Нифига себе. Я-то думаю, вот на что все деньги ушли. На кабачок. Такой хороший кабачок. Такой дорогой. Он стоит дорого, его нужно сажать. А сколько я его? И сколько я его купил? Отмена, я его не буду сажать, он стоит дешево довольно. На свои-то деньги. Он стоит очень дорого и приносит не очень много. Вот. Зато можно продать. Все, теперь идем и покупаем участок. Есть! Тут капуста уже скоро вырастет. И фасоль. Ммм, как тут хорошо. Мельница даже есть. За сколько ее можно продать? А я не хочу ее продавать. Это прикольно выглядит. Рядом с остановкой бы. А еще лучше. А куда мельницу поставить? Рядом с толканом? Блин. Так-то прикольный декор в виде мельницы. Ох, доски. Это кэшбэк. Быстрее все продаем. Мне пофиг на красоту, лишь бы только денежка была. Офигеть, какой кэшбэк. Камень можно продать? А были вакинфлай. Ну, тут уже скоро все вырастет, поэтому это трогать пока что не будем. Вот мой основной участок. Там, где колодец. О, я вижу, курицы снесли яйца. Еее. Собираем яйца. Ешьте, ешьте, мои дорогие курицы. Приносите мне больше денег. Так, подарочек. Ух ты, барбекюш. Прямо рядом с курицами поставлю, чтобы они офигевали. Офигеть, это из нас готовят. Смотрите, что. Блин, я веган, что ли? Не, я не веган. Никто не жарит мясо. Тут только мясо можно жарить. Курицы, смотрите, что с вами будет, если вы не будете мне яйца носить. Это мотивация. Так-то мотивация хорошая. Так,
Скоро вырастет салат. Капуста нет. Кабачок. Кабачок тоже нет. Нужно больше куриц. Размножение куриц. Работу каменщика мы продадим. Нет. Все каменщики. Угу. И весь забор перенесем. Вот. Так, вот. Переносить нужно. Вот. Не-не-не-не-не. Не курицу, а забор. Вот он. Тихо, курицы, обратно заходите, а то закрою. Все, будете тут жить на улице. Вам же хорошо? Остальной забор я для вас сделаю сам. Быстрее заходи, заходи, заходи. Умная курица, молодец. Ты чё, курица, господи. Понимаешь, что ты глупая курица? Во. Вот это было хорошо, что ты зашла. Так, всё, теперь нужно собрать всё, что есть. О, новый уровень острова. Это зашибись. У салата тоже новый уровень. Это хорошо. Я сделал вашу ферму уже такую огромную, то что вы мне обязаны много яиц. Вот вам еще. Капец, это дорого. И очень фигово окупается с моими докурицами. Угу, кабачки растут. Раскидать всех куриц. Ой. Ну, нужно только ждать. И все. Остановка. Я так и не понял, в чем ее смысл. Ее можно переставить. О, я, кажется, понял. Ее можно купить и новую поставить, да, ведь? Заправка. Охота заправку. И рыболовные снасти .com. Нужно все это продавать. Все, сколько тут за рыб? Нифига себе, сколько рыб нужно. Так, яйца, где мои? Курицы. До следующего сезона еще 7 минут. Долго. Ну, ладно, посажу пока много чего. Капусты. Нужно много салата. Вот капуста. Капуста дольше растет, чем салат. И это обидно. О! Халявный кэшбэк. Все. Теперь сажаем салатик. Угу. Все, почти все посадил. Много нужно салата, чтобы потом продать его все. Все.
где мои яйца? Объясните мне, курицы. Вы должны давать яйца. Очень много яиц. Что у нас там? А, тут уже все выросло. Оказывается. Все собираем, потому что это на халяву. Капуста дорогая очень. А сколько она стоит, сама капуста? Не-не-не-не, отмена. Вот, капуста стоит всего лишь на 40 баксов окупаемость. А это халявные деньги, потому что оно тут росло. Вот это я и соберу с радостью. А вообще этот участок земли не такой уж хороший. Нужно все почистить. Ага, все почти почистил, остался еще один. Все, почистил, теперь возвращаемся быстрее, быстрее. Ах, че быстро? Давай спокойно. Быстро, быстро, быстро. Продавать. Кристаллы получать. Водичку забрать. Куриц проклинать. Курицы, давайте быстрее. Че вы такие медленные, господи? О, вы только через 23 минуты сможете яйки снести. О, я понял. Я понял. Я понял. Ну, думаю, на такой ужасной ноте, то что дождь идет. Ну, хотя дождь это наоборот хорошо, потому что все растет быстрее. Это прекрасная нота, допустим. Но минус то, что курицы долго яйки рожают. На этом я закончу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. С вами был я, Клубини.